Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с общественным советом по вопросам молодежной политики и обсудил реализацию всероссийской акции «Мы вместе». Система поддержки добровольчества, вот, которой мы уже несколько лет занимаемся достаточно целенаправленно, сегодня выработана достаточно такая разносторонняя и в этой связи устойчивая. И в период пандемии коронавируса этот факт тоже нашел подтверждение в рамках работы наших волонтерских организаций, реализации различных волонтерских акций. Спасибо еще раз всем, кто в этом принял самое активное участие. Напомню, региональный штаб акции «Мы вместе» был открыт 20 марта 2020 года на базе Алтайского центра развития добровольчества. В акции приняло участие свыше 6 тысяч волонтеров, которые оказали помощь более чем 40 тысячам человек. Также на заседании подвели итоги конкурса по федеральным и краевым грантам. В прошлом году Алтайский край стал вторым среди регионов Сибири по количеству заявок на получение грантов. Всего было поддержано 42 проекта на общую сумму более 35 миллионов рублей. На заседании со своими проектами выступили победители конкурса. Это интервью-проект. Мы рассказываем о ярких личностях Алтайского края, которые никуда не уехали из региона и реализуют себя здесь. Ну, то есть здесь есть такая яркая проблема оттока молодежи, которую мы полтора года назад заметили и начали подумали сами, почему не мотивировать молодежь и жителей Алтайского края такими яркими примерами и показывать на примерах плюсах и минусах города, мотивов того, что человек здесь остается, и истории успеха, и вот продолжаем снимать дальше.